українські глядачі, я думаю, знають. Колись він тут приїжджав і здолав, декласував українця Вячеслава Узелкова. Тож серйозні були опоненти у Мюллера. Хороший досвід він здобув. Він мав на увазі те, що Мюллер не боїться такого розміну. Олександр Усик дуже сильно переважає свого опонента і сильніший він в цьому, дійсно. Да, и мы видим вас такого мощного прессинга со стороны гостя из Южной Африки. Быстро их возвращает, работает корпусом, но неплохо держит, даже если пропускает. Маний досвід титульних поєдинків, він вже знає, що таке боксувати саме от на такому найвищому рівні проти боксера. Ну что, прошла у нас... Впевнений, чим сильніший суперник, тим сильніша віра в нашого чемпіона. З ним вся країна. Тяжело дотягнутися до Усика. Тому підлаштуватися під нього. Йде по версії WBO. Думаю, що за боксерськими якостями немає рівних в цій гові категорії Олександрові. Втім, кружить вокруг суперника, працює преимущественно передньою рукою. Країні. Не підпускає близько. Да, всі попытки зблизитися Мюллера були остановлены джебом Саши. Дальше он не решается идти. Так заканчивается и второй раунд. Полное преимущество Александра. Ну и пока что так обережно, обережно, поступово Александр. А вот как добре змін. Постоянные финты и уход в сторону от соперника с этой позиции. Ураган, но пока что не скажешь о нем. Всі, хто бачив на зборах, в тренувальному, і фізичні кондиції Олександра теж на високому рівні, тобто вся дистанція. Превосходний лівий боковий через руку. І це перше падіння. Встає, встає. Нокдаун. Мюллер. Но по нему видно, что это падение было тяжелым. Инга Барабас дает отмашку и продолжает бой. Времени достаточно, полминуты до конца этого раунда. Еще одно падение. Станет или нет? Да. Второй нокдаун отсчитывает Барабас. Треба подыхать Мюллеру, иначе не перелепи ему будет. Ну что, добьет или нет? Вот главный вопрос, наверное, этого раунда. Чи дотримается? 12 секунд до конца. Жесткий блок. Ударим. Прячется, прячется за блоком Мюллер. И Инга Барабас не выдерживает и останавливает этот бой. Вау! Фантастичный спорт, фантастичная атака, шаленый прессинг. И Александр Усик отстоит свой пояс интерконтинентального чемпиона за версию WBO. Это восьмая победа, досрочная. Пока что со стопроцентным показателем досрочных побед Саша идет. Ну, наверное, никто не ожидал, что так это случится быстро в этом поединке. Мюллер действительно стойкий парняга. Но это говорит об одном, что Саша прибавляет от боя бою. Дорогие господа, техническим нокаутом на второй минуте 59 секунде третьего раунда победу в этом поединке и по-прежнему пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Победил Александр!